и кульминация. Дракончика поближе. Вот так вот. Это наш Пинос Касл. Вот он, нарушитель спокойствия. Дербанит мусор. Да-да, товарищ, тебя поймали на камеру. Деловой такой, достал, значит, пакет из мусорки и весь его тут раскидал. Это все ты! И, по-моему, все равно. Улыбочку? Нет? Поднимет, ты в обратную сторону. Только теперь уже спину. Нет, такая же. Все, приехали. Сейчас вода есть какая-то бурная. Нет, смотри, реально течение с океана туда, в этот залив. Что тут? Дикие пони. Смотри. Где-то, говорит, на каком-то острове обитают дикие пони, которые, возможно, выжили после какого-то кораблекрушения и там поселились. Мостик разводят. Бля, он реально, посмотри, сколько лопов.
что говорить. Когда-нибудь у нас будет такой домик. If anything, they're a little on the pudgy side, and that's from the salt intake. Because, well,